Время еще 25 минут. Но народ, высшая лига, уже собирается. Здесь самые опытные игроки. Конечно, было бы замечательно, если бы они были, допустим, в маечках своих регионов. Наверное, это когда-нибудь будет. Потому что даже просто знакомиться, а особенно детям, это очень важно. Именно знакомиться на таких турнирах, устанавливать какие-то контакты, разговаривать. Вот такие маечки, бейджики с именем, уж по крайней мере в высшей лиге, в которой участвуют отобранные шахматисты, было бы совершенно неплохо.